14 декабря в Казанском федеральном университете состоялась конференция Ассоциации ведущих университетов «Взаимодействие с работодателями как условие качественной подготовки выпускников российских вузов». На конференции присутствовал Илья Дементьев, руководитель секретариата Ассоциации ведущих университетов. Встречал гостей первый проректор Казанского федерального университета Ясмин Зарипов. Конференция посвящена обсуждению партнерства вузов с работодателями. Основными темами стали модели стратегического партнерства, поддержка молодых специалистов, взаимодействие органов службы занятости и работодателей, а также спецпроекты, гранты и конкурсы для обучающихся. Каждый вуз здесь какие-то схемы свои изобретает, делает, налаживает какие-то бизнес работодателями. Я хотел бы действительно наша сегодняшняя встреча послужила и помогла бы какие-то единые подходы к этой проблеме. Тем более попытки такие делаются, но тем не менее они пока еще положительный результат не добили. Конференция призвана выработать общую стратегию взаимодействия вузов и работодателей, решить вопросы существующих проблем в направлении и исключить появление новых. Артем Тупичкин, Лев Халиуллин, Универньюз.